Поднимемся на Биробиджан. Видишь, указатель был направо. Да не, выключи. Не надо, да? Стой. Там, смотри, знак 40 стоит, еще какой-то знак 5. Это что? Ну, сейчас подъедем и посмотрим. Ты не на светофор смотри, ты на людей смотри. Пока они не пройдут, все равно не поедешь. Так, а потом красный. Уже поглядывай на светофор. А тут и бывает, люди смотрят на светофор, зеленый и поехали, а люди еще не пошли. Вон, видишь, пешеходы бегают. И второй подходит. Здесь всегда гаишники. Тормози. Как раз вон ребята стоят. Стой. Пока не прошел, да? Конечно, поехали. Они как раз на нас смотрят. Вот так надо. 5 километров это на заправке, видишь, знак стоит. Смотри, у нас знак «Уступи дорогу». Дорогу, но опять же своя полоса у нас как бы есть, беспрепятственный выезд у нас даже. Включи поворотник левый, выключай, все, ты на главной. Кто сейчас перестраивается, тебя должны пропускать, ты же не перестраиваешься. Если ты перестраиваешься, ты пропускаешь. Если оба перестраиваются, по помехе справа. Вот и все. Здесь нужно поворотник включать, как ты думаешь? Ну, я не знаю, я думаю, да.